Приветствую, друзья! Меня зовут Роман Карловский. Я практикую дыхательные техники и медитации. То есть мы занимаемся практиками энергодыхания. Это повышает энергетику и очень хорошо очищает сознание. У нас здесь есть баня, прекрасное питание, ресторан работает для нас. И также у нас здесь проходят очень такие серьезные медитативные практики. Мы работаем с состоянием самадхи. Формат ретритов очень ценен, потому что ты уезжаешь на 3 дня, меняешь обстановку, куда можно погрузиться в чистое пространство, комфортное и понятное. И вот мы ездим в ретритный центр «Папин дом» уже более 5 лет, делаем здесь ретриты, потому что здесь очень хороший светлый зал с хорошей вентиляцией, что очень важно для практик дыхания. Меню мы разрабатываем сами. Полностью. Ретрит – это погружение в атмосферу природы, погружение в такой ресурсный круг, в компании людей, которые с тобой на одной волне. Это очень важно. Тогда процесс происходит такая синергия, и эффект намного глубже. Здесь все сделано для прокачки. Для ретрита, что ты приезжаешь конкретно на практику с определенной целью, с намерением и никуда не отвлекаешься. Для меня практики Романа Карловского стали очень мощным трансформационным инструментом. Инструментом, который позволил мне глубже познать себя, познать свои различные состояния, познать свои возможности, способности, и свои ограничивающие убеждения. Здесь в целом атмосфера, то есть я реально зашел в это здание, и мне уже показалось, что я уже просто релаксирую и нахожусь в каком-то блаженстве. А самая эта гвоздь программы – это, конечно же, наше энергодыхание, наши программы, которые сам Рома разработал, и это было просто незабываемо, как всегда. То есть я уже брал базовый курс от Ромы и проработал именно то, что мне было нужно. Я вот именно впервые в жизни, наверное, поняла, каково это жить и состояние вот того самого ресурса, когда не нужно все время бороться, все время на силе воли выезжать, вот как цепляться зубами за все, когда все в радость. Вот. И хочу сказать, что действительно, например, для меня это в первую очередь работа не только с психикой, с блоками в теле, это действительно работа через тело, но это именно ощущение вот какой-то вот здоровья, что ли. Я поняла, что все могу, на работе стала руководить отделом и так далее, но именно вот ощущение, то самое ощущение, состояние, когда это как будто жить все время в состоянии болезни, с температурой и превозмогая себя, вот что-то делать. И наоборот, когда ты живешь, ощущаешь, что ты можешь. Здесь, в Ярославле, я уже 2-й раз на ретрите с нашей дружной командой. И понимаю, что с каждым разом я все больше и больше проникаюсь этим местом и вообще всем тем, что здесь происходит. Здесь очень живописно, очень красиво. Никто отсюда не возвращается прежним. Все мы уже немножко будем другими. Здесь очень много классных, позитивных людей. Здесь все улыбаются и смеются. Также здесь очень вкусная еда. Очень классный ресторан. Ну и в целом, да, то есть этот ретрит ребята проводят, центр энергодыхания проводит уже не в первый раз, сюда они ездят уже достаточно долго, поэтому здесь все настолько выверено и отработано, и проходит все на высшем уровне. Если вы не знаете, как провести свои выходные, проведите их с Романом и Ольгой Карловскими, потому что это удивительно. То, что дают эти ребята, это волшебно. Шикарное место. Очень вкусная кухня, атмосфера невероятная. Та публика, которая здесь собирается, она запомнится вам на всю вашу оставшуюся жизнь. То, что вы откроете в себе, это никакими словами объяснить невозможно. Я рекомендую, я хочу, чтобы каждый почувствовал в себе что-то новое. Приезжайте сюда!